Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг, и, как уже понятно из названия этого видео, по обложке и по моим уже уставшим волосам, в этом видео я буду тестировать продукцию по уходу за волосами и аксессуары для волос от марки Mixit, который я заказала в прошлый раз. Ссылочку на свой обзорчик я оставлю в описании под этим видео. А сейчас садимся поудобнее, авансом поддерживаем меня большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Мои волосы предельно подуставшие, предельно не свежие, но зато будет проще оценить результат после применения. Что я буду применять, я так и не сказала. Если вы не смотрели видео с обзором, вы можете его посмотреть, но вкратце расскажу. Я буду на себе тестировать в этом видео линеечку под названием Intense, то есть для максимального увлажнения и питания сухих волос. Шампунчик, да. И вот такую вот масочку, чтобы максимально пропитать, максимально оживить, реанимировать и сделать волосы максимально привлекательными. Все-таки, как ни крути, волосы – это основное женское оружие. Сболтать, шикнуть на влажные волосы. Эта жидкость придаст им блеск и позволит проще расчесываться. Посмотрим. Это все я довершу вот такой вот расчесочкой от марки Mixit. Расчесочка называется Tiffany. Вот этот цвет называется Tiffany. Вот такая вот. На самом деле я заметила, что она полностью идентична с расчесочкой от недешевой марки Tangle Teaser. А как говорится, если качество одинаковое, зачем платить больше? Самое интересное, что из этого в итоге получится. И комментарий, который меня просто безумно порадовал. Да, вот этот вот комментарий, просто аплодирую стоя. Ну, я сижу, конечно, но аплодирую стоя. К несчастью, я не знаю, как снимать бьюти-видео по волосам в домашних условиях, чтобы, с одной стороны, и вам подробно показать, и самой не обляпаться и не опозориться. Поэтому приходится вот как-то так, да? Да? Но комментарий меня безумно порадовал, очень приятно. Ну что ж, перемещаюсь в ванну. Начну тестирование, конечно же, с шампуня. И как я обычно советую во всех своих видео по тестированию, читаем инструкцию, потому что иногда инструкция способна удивить. Читаем инструкцию, нанести шампунь на влажные волосы, вспенить и смыть. Ну, ничего такого сверхъестественного. Пожалуй, приступим. Как правильно наносить шампунь, маску и кондиционер? Шампунь мы наносим на корни волос, массируем, и затем просто остатки того, что у нас на корнях, переносим кончиком. С кондиционером и маской совсем по-другому. Мы наносим на кончики, и остатки просто перегоняем ближе к корням. Запах свежести. Он очень жидкий, но несмотря на то, что он очень жидкий, он безумно экономичный, потому что он пенится. Ну, как вы видели, при учете того, что волосы у меня очень несвежие, он все равно смог вспенить кожу головы. Поэтому он безумно экономичный по использованию. Переходим к масочке Intense с той же линейки, что и шампунь. Все-таки
Многие средства и шампуни в том числе работают лучше, если брать одну линейку. То есть шампунь, бальзам, маска, кондиционер, все из одной линейки, чтобы компоненты совпадали и прям вот поддерживали друг друга. Так, ну, меньше слов, больше практики. Переходим к масочке Intense, очень большая, тоже такая голубенькая внутри. Сейчас откроем. Начнем читать инструкцию. Каждый раз читаем инструкцию, мало ли что. Читаем инструкцию применения. Нанести маску на чистые влажные волосы. Есть. Так, оставить на 15-20 минут. Это так много, боже мой. Ну ничего, 15-20 минут посижу, отдохну. Смыть водой. Вот, собственно, и все. Все секреты. Теперь открываем масочку. Так. Тоже такой универсальный запах. Не сказать, что женский, не сказать, что мужской. Такой просто универсальный запах свежести и чистоты. Она голубенькая. И очень густая прям. И спустя 15 минут томительного ожидания того, что эта маска сделает с моими волосами, надеюсь, что-то хорошее. И первое впечатление после смытия этой масочки. На самом деле вымывается она достаточно легко, и волосы, ну, во влажном состоянии сложно судить, но стали такие более плотненькие, прям приятненькие. Сейчас подсушу полотенчиком и снова вернусь на свой розовый фон. Наступило самое время размотать полотенчика, оценить результат мытья шампунем и масочкой. Так, волосы влажные. Приятно пахнут, видно, что они прям чистые, промытые. И самое время испытать двухфазный спрей для легкого расчесывания волос и вот эту вот чудесную расчесочку. Читаем инструкцию к этому двухфазному спрею. Применение. Перед применением хорошо встряхнуть флакон. Ну, в принципе, встряхнула, поскольку тут две жидкости с коллагеном и маслами, также витаминами, нужно встряхнуть, чтобы жидкость была однородной. Открываем флакончик. Как он пшикается? Пшикается равномерно. Запах очень приятный. Вот этот запах именно такой женственный, прям цветочно-ягодный аромат. Так, цветочки-ягодки, понеслась. Сложнее всего в моих волосах именно не от корней, а вот сами вот волосы от середины до кончиков. Это самая спутываемая часть моих волос. Поэтому обильно пропшикиваем. Так. Посмотрим, насколько хорошо она будет расчесываться. Из личного опыта. Чтобы расческа работала эффективнее и не выдирала ваши волосы и не ломала их наполовину, желательно расчесывать аккуратненько от кончиков, плавно продвигаясь по спутанной части все выше и выше. А потом, когда прочесана основная часть по всей длине, двигаемся к корням. Очень важно вычесывать волосы от корней до кончиков. Ну, конечно, когда по всей длине вы их уже расчесали. Подведем итог всего этого видео и всего того, что я в нем протестировала. Начну по порядку с вот этой вот линейки Intense от Mixit. Я пробовала шампунь, пробовала маску. Волосы полностью чистые, шелковистые.
приятные на запах, такой запах свежести, и прям вот сияют чистотой от корней до кончиков, при этом даже есть такой легкий эффект объема. По двухфазному спрею волосы на самом деле проще расчесываются, прям меньше спутываются. Расчесочка расчесывает хорошо как в сыром состоянии, так и в сухом состоянии волосы. Прочесывает хорошо. Кстати, несмотря на то, что у нее нет ручки, рука не устает, даже расчесывая вот такую вот, ну, достаточно нестандартную длину. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать маленького, креативного, любопытного бьюти-пусикуса большими пальцами вверх, подпиской на мой канал, и не забываем поставить колокольчик, так как в регулярном режиме через день я буду удивлять вас новыми видео на разные тематики. Ну а вам хочу пожелать отличного весеннего настроения, крепкого здоровья и только позитивных бьюти-открытий. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пуспинг, и до скорых встреч через один день.